Ну вот это, кстати, прямо посреди улицы. Взяли, раскопали. Тут внизу проходит канал. Ну и вот стена. Канал выложен из вот этих вот камней. То есть сделали еще при царе Горохе. Вот там вот тоже видно. А вся эта история происходит потому, что здесь встречаются два канала. Один приходит с этой улицы. А второй спускается с горы, прямо у меня за спиной. Там холм. Тут кто-то на машине приехал, не знает, как выехать. Ну, вот так вот примерно выглядит издалека. Нормально мы так едем. Вообще движение запрещено, но когда нельзя, то очень хочется, то можно. Вот тут знак стоит. Но ведь это же не все же умеют эти знаки-то, не знают. Вот. Надо было вот там вот выезжать, левее. Ну, попал так попал. Ну, вот здесь вот в этом месте все тут уже сделали. В смысле, там внизу этот отрезок, участок канала уже отремонтировали, восстановили. Вот. А с левой стороны вот эта вот желтая дорога, это как раз известняк, гравий и песок. Тут внизу уже все восстановлено и отремонтировано, все, что там нужно было сделать, все эти коммуникации, все трубопроводы, все кабеля уже уложили. А сейчас вот с правой стороны от меня будут делать то же самое. То есть там все эти кабеля высоковольтные и прочие, телефонные линии, водопровод, газопровод, все будут менять. Потом все это дело закатают, и следующие 20 лет, возможно, ремонтировать никто не будет. Если повезет, конечно.